Иду я на работу. Ой, и собака выскочила. Блин, иду на работу. Ведь рано иду. 7:30 еще. Ну, хоть немножко, как говорят испанцы, фрескито. Ну, немножко прохладно. Ну, конечно, уже горячий воздух чувствуется. Ну, ничего. Что же сделаешь? Вот так тяжело здесь работать. Летом очень тяжело. Немножко ветерочек, но он не прохладный такой. Такой жаркий. Вот впереди цветок. Этот. Какая ж красота. Это же просто красота. Специальный дом снимаю. Так, любуюсь, хожу. Вот. Там тоже дома такие красивые, видите, впереди. Дом. Вот такие улочки Канет-де-Маре. Ой, жарко, жарко уже, все солнце припекает. Жарище, почти 40 градусов. Вообще ужас, ужас. Обычно у нас в августе такая жара, тут уже весь июль такая жара. Знаете, я этим видом просто не устаю любоваться. Как мне нравится. Вот там, смотрите, море. Это Канет-де-Мар сверху. Посмотрите, сколько зелени. И вот там, смотрите, там такое вот здание есть тоже такое красивое. Это воздух-то какой. Чистый-чистый воздух. Просто, ну, для меня это рай. Вот здесь и есть рай. Ну, кто как думает. Такой вот у меня чечевичный суп. Люблю я из чечевицы суп. Вот тут у меня с овощами, мяско, вот видите. Супер. Кто не знает, как варить, вначале чечевица замачивается. Ну, я на ночь ее замочила в холодной воде. Потом я ее где-то полчаса варила. Потом добавила мясо, овощи, вот это лук и морковочку. Добавляю еще растительное масло, соль, перец там по вкусу, лаврушку. И в конце за 5 минут туда еще томатную пасту и чуть-чуть поварила. Супер. Ну, кому нравится, можно еще чеснок добавить там. Вообще суп. Такой вкусный. Блин, попробуйте. Знаете, мне тут какой-то один молодой человек все что-то с какими-то претензиями, что он мне посылал 20 евро. Вот люди весь донат, который мне прислали за всю мою эту деятельность. Вот, смотрите. Так. Ну-ка, фокусируйся, вот. Ну, фокусируйся, зараза. Осинская Лариса Викторовна. 100 рублей. Блин, да что ж ты не фокусируешься? Марина, 500 рублей. Так. Блин, не знаю, как это поднимать. А вот тут вверху. Так, и вот смотрите, Марина вначале отправила, когда Васечка у меня болел, лапку ему операцию делали, она мне 1000 рублей отправила. Потом Дина отправила на лечение Васечки. Вот, смотрите. И потом вот Рамзес 1000 рублей. Может, это вы? Но это ни на какую не технику. И это было 903 года вообще назад. Может, это вы, я не знаю. Но мне никто 20 евро, ну именно как 20 евро, мне никто не присылал, я не знаю. Я не понимаю, и что, и вы хотите сказать, что если вы мне 20 евро отправили, то я, значит, должна поменять свою позицию и начать говорить то, что хочется слышать вам, что ли, я не понимаю.
У меня позиция всегда была такая, она мне никак не поменялась. Я всегда говорю правду, и то, что со мной произошло, то, что я думаю, и от того, что вы мне 20 евро, даже если где-то вы считаете, что мне где-то какие-то 20 евро отправили, я, во-первых, это не вижу. И даже если вот это 1000 рублей, если вы это послали, то я не знаю. На какую технику? Я 3 года назад зарабатывала на Ютубе, мне Ютуб платил. И я не знаю, никого ничего 3 года назад не просила. На лечение Васечки, так мне вообще люди это просто послали. Мне даже из Америки мои подписчики тогда послали 100 рублей, 100 с чем-то. Они в долларах посылали. Блин, надо посмотреть. 150, что ли, долларов. Ну, тогда, по-моему, присылали. Потом, ну, это мне на PayPal присылали. Потом, по-моему, еще присылали на PayPal. Может, вы на PayPal посылали? Вот это все, что мне когда-то кто-то посылал. Вот видите, это вот мой ник. Да что ж ты не... Вот так. Так что я не знаю. Я не понимаю вот этого. Вы посылаете донат для чего, чтобы... Я очень много донатов посылаю. Я вот в прошлом месяце 60 евро отправила донаты людям в России, которые участвуют в сопротивлении, которые хотят видеть Россию свободной, демократической и против режима. Я в Россию вот таким людям отправляю, у которых такая же позиция, как у меня. То есть и в прошлом, и позапрошлом месяце. Ну, то есть я как бы... И еще я очень много донатов посылала. И у меня были платные подписки. Вот раньше благотворительные, когда вот были вот эти каналы до этой войны. То есть я им еще донаты всем посылала. Вот, ну, людям, которые попали в тяжелые... В Россию я все это посылала. Ну, то есть как бы... Если это посчитать, сколько я за все это время этих донатов... Я не знаю, на евро в 500, наверное, я послала. Так что как эти вот 20 евро, я не знаю. Ладно. Нельзя вот так никогда, никогда так не делайте. Что-то помогать человеку, а потом его попрекать. Это, по-моему, самое гадское. У меня есть тоже ситуация, когда люди, ну, которым я помогала, ну, просто заняли страшную позицию. Ну, у меня нет никакого желания ни попрекать их, ничего им не говорить. Я просто только надеюсь, что люди... Ну, что я надеюсь? Ну, то, что вам наконец-то, когда украинцы разгромят, вышвырнут всех орков со своей территории, и поменяется у нас правительство, и наконец-то всем покажут правду. А тут некоторые до сих пор, вы представляете, верят, что все это фейки, что никто никого не стрелял, что ни мародерства не было, ничего. Я просто люди в шоке, я в шоке. Или они так думают, что если они будут с закрытыми глазками сидеть, так это типа страусиная у них какая-то политика, я не знаю. А про Крымский мост у меня просто слов нет. Весь интернет гудит. Говорит, что вот это для Украины Крымский мост – это военный объект. Они все время говорят, что они его будут бомбить, когда у них появится, ну, оружие, которое сможет это сделать. И люди все равно прутся в Крым. И этот Аксенов, самозванец, этот Аксенов, оккупант, он людям приспокойненько говорит, что ничего страшного, возвращайтесь через оккупационные территории, которых могут быть вообще мины, которые ведется обстрел, которых могут начаться боевые действия.
Я просто вообще не... Я когда на этих людей смотрю, мне кажется, что это какая-то... Какие-то идиоты, какая-то страна непуганных идиотов. А, ну, сегодня видео одно смотрела, одна там. У нас, говорит, такая мощная армия. У меня просто дар речи потерялся. Мощная армия. То есть, вот вы представляете, люди до сих пор сидят вот в этом информационном пузыре, в лжи. И пока им, видимо, на голову не посыплется, они, видимо, так ничего и не поймут. Ну, все, ну ладно, до свидания.